Вот. Когда я начал искать выходы, я познакомился вот с такими двумя инструментами. Сейчас я вас с ними тоже познакомлю. Это бамбуковая флейта. Это традиционная индийская и японская бамбуковая флейта. Начну с японской. Это японская флейта китаку, либо зентаку, как ее называют. Один из древнейших музыкальных инструментов, которые вообще появились в Японии. Никто точно не знает, как она появилась. Существует легенда, что давным-давно существовал монах Фуко. Он ходил по городам, по деревням и звонил в колокольчик, призывая людей к просветлению. Один из крестьян, заслышав это, сделал себе из куска бамбука простую бамбуковую флейту. Поскольку крестьянин был необразован, флейту он сделал крайне простую. То есть, если вам видно, во флейте ничего нет, она пустая. То есть, она отличается по строю от того, на чем сейчас играют, как правило, европейцы. Вот. То есть, это, по сути, просто кусок бамбука с отверстием и с одним срезанным краем. Постепенно образовалась школа. Ну или секта, не знаю, как сказать, людей, которые играли на этих флейтах. Эти люди называли себя монахи Комусо. Первоначально это название переводилось как монах соломенной циновки. То есть это были нищие люди, которые кроме флейты и шляпы, собственно, больше ничего не было. Играли они специфичную, характерную только для Японии музыку. Сейчас примерно попытаюсь изобразить. Тут самое главное, как-то попытаться успокоить дыхание, потому что в флейте играть очень сложно. То есть, чтобы какие-то звуки из нее извлечь, у меня ушел буквально месяц, чтобы просто хотя бы один звук извлечь, не просто сипение. Это небольшая пьеса храма Миян. Я только сыграю небольшой отрывочек, потому что не у всех есть ангельское терпение, чтобы слушать ее на протяжении часа, как она обычно звучит. И к 1600 годам произошел небольшой переворот. Самураи, уставшие от жизни, уставшие от войн, начали постепенно отходить от дел, начали уходить в храмы. Когда самурай приходил в храм, он сдавал свой меч и взамен своего меча получал вот такую флейту. Флейта сменила название. Флейта стала называться сякухати. Сякухати – это название, происходящее от меры ее длины, то есть сяку – это японская мера длины, ну, примерно 30 сантиметров, а хати – это 8. То есть длина флейты 1,8 сяку. Ну, ее поэтому так и назвали по-японски сякухати. Самураи сделали так, что на этой флейте могли играть только представители высшего сословия, только самураи, и они переименовались. Если первоначально монахи, которые играли на ней, назывались комусо, монахи соломенной циновки, то самураи назвали себя комусо. Это означало монах пустоты. Ну и, соответственно, инструмент для себя выбрали подходящий, пустую флейту. Монахи играли уже несколько другую музыку. Она стала немного мелодичнее, но строй не изменился. Сейчас я сыграю отрывочек маленький из колыбельной под названием «Ицуки но Камори Ута». Тоже маленький, чтобы не задержит. То есть более 8 разных видов. Они отличаются длиной, толщиной бамбука, количеством колен бамбука, которые используются.
И сейчас в основном на такой флейте исполняют музыку либо саундтреки к фильмам, либо к мультфильмам, либо что-то такое. То есть, к примеру, вот, сыграю мелодию из одного мультфильма, может кто-то знает. Маленький кусочек. Бансури. Тут эта флейта сделана тоже из бамбука, то есть конкретно вот это сделано из лаосского бамбука, очень тонкого. Этот бамбук очень похож на тростник по своей толщине. Флейта тоже очень древняя. Первоначально она в Индии появилась как инструмент, на котором играл Кришна. То есть Кришна играл на этой флейте, и ее звук был очень похож на человеческий голос. Индийскую музыку, к сожалению, я играть не умею, так и не научился, это довольно сложно. Я попытаюсь сыграть что-нибудь более европейское, мелодию из «Властелина колец», может кто-нибудь помнить.